идем смотреть. Приехал брат, короче, привез мне калитку, сделал самодельную, чтобы на луг выходить с огорода, выносить всякую лишнюю, ненужную с огорода хрень, выбрасывать в канаву. Сейчас покажу. О, какая, видите, из прутика металлических. Наверное, щедро. Сварная. Ну, не знаю. Сюда открывать, чи туда? Не знаю, куда-нибудь, куда и удобнее. Мне кажется, вот там, наверное, с того края удобнее открывать. Слева. Не? Вот я сюда подходу, справа. Раз, или да. Туда толкану. А, справа и вперед тогда, да. Туда, да? Да. Да. Ты мне кукурузку не затопчешь вот внизу? Тогда, наверное, на... Вот, будет у меня калиточка такая с выходом к морю. Да, вот море, да. Да. Нет, вот в эту канаву я сюда выношу с огорода. Там то скошенную траву, то всякий бурьян, хлам. Да ладно, ну, такое что. Да, море, в общем, мое. Так что сейчас будет приваривать, у меня будет здесь выход на лужок. Персональный. Такая красота. Примерка. Доварю по ширине трошки еще ячеек на калитку. Ой, какие красивые получаются. Их, значит, кузнец ковал, знаешь. Прикольно. Мне нравится. Так, приварил мне брат калиточку там чего-то как-то. Сейчас посмотрим. Масло? Ну, то, что ж, бутылки для пилы, чи для шо. Да, бери, капай, куда надо, господи. А где он стоит? В гараже, наверное. Я по без понятия. Ну, вот, пойдете. Да. Такая у меня калитка офигенная. Обалдеть. Ну, я не знаю, что тут делать, как. Ну, и крючок каждый может откинуть, взять. Да. Замотать уже проще. Ну, замотать, наверное. Да. Там, прикрутить. С другой стороны. Или замок сделать. Цепку кусок могу тебе дать. А замок? Наверное, замок, наверное, какой-то. Ну, я могу тебе дать вот то, как у меня вот эти, знаешь, на резьбе закручиваешь. Ага. Ну, значит, замок. Проволокой, наверное, долго, если что, замком быстрее. Ну, замки замерзают. Да. Зимой. Ну, зимой ты сюда все. Зимой же не ходишь, да. Иду любоваться. Ну надо ж, вот такая красивая калиточка у меня будет отворяться. Это ж сам сделал, ручная работа. Вот этой фиговиной, ну на самом деле это такая толстая проволока, ею у нас привозят дрова сцепленные. Ну как, смотанные, связанные, вот такой вот это. И он ее вот это вот нарубил на кусочки. Посваривал, вот это так повыгибал. Повыгибал так, что она вот это ячейками в форме сетки стала. И посваривал. Ну надо ж как. Такая красота. Теперь еще тут замочек у меня будет на цепочке. И я буду вот так вот раз и выходить на лужок. Потому что в эту канаву мы сваливаем часто стружку от дров. Ну, опилки всякие. Кору. Во-первых, для того, чтобы берег укреплять, чтобы он не посыпался, не поехал туда. Ну, во-вторых, просто такие органические отходы, они тут перегнивают себе преспокойно. Вот петушок подтверждает мои слова. Кукарекает активненько и уже намыливает лыжи к моему огороду. Видали? И курочки тут себе. В общем, все сюда. Я бурьяны какие-то вырву. Такое, что в компост не годится, я все сваливаю в этот овраг. И мне очень нужна была калиточка. Теперь она у меня есть. Вот, вот тебе и куры, бач. Их тут полным-полно. Глаз да глаз. Тут что хочешь, любая жизнь. А? Ой, глядишь, в огород ускочут. Такие вот птахи ненадежные. Когда-то у соседа были курки, и у нас тут забор дырявый такой был, и они сюда, блин, найдут лазейку, в огород залезут, а вылезти не могут. Ох, и разрывается, ох, и петушок разрывается красиво, как поет.
И потом мне взяли, Шкоду сделали. Я же, кстати, все дорогие семена покупаю с Интерфлоры. Морковку посеяла, помню. Приправы какие-то, пряности. И они мне тут вот греблись. Приходилось их выгонять. Но теперь калиточка есть. Теперь удобно. Открыл. Зашел, вышел. Кого надо, впустил. Кого не надо, выгнал. А я не знаю, на дровачек куда. На годное куда-нибудь. Во двор. Все. Вот такой вот выход к морю.